Всем привет, ребят, с вами Тетлет, и у нас какая уже четвертая серия Эк Фарма. Развиваем ферму, если так можно сказать. Развиваем кисть тогда. Так точно, посмотрите, как он рубит. Если вы здесь впервые, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, обязательно пишите, что вы хотите увидеть на этом канале. Я все комментарии читаю, так что не стесняйтесь, пишите и просто смотрите, сколько мы сейчас будем дамажить, окей. Тарзан, тратуйте апгрейды. Хоп, все. Тысяч. Вау, вот, Биовульфа надо качать теперь. 33. Так, вау. Алмазы, 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 алмазы. Все, надо бежать ко всем. Мне нужны алмазы. 30. Блин, не так уж и много. Я надеялся, будет больше. Мне нужно больше. Ты где? Почему-то яйца больше перестали появляться. Окей, крычики, они уже не такие легкие, если честно. И на них мне, наверное, 199, блин. 199, а там стоит 250, по-моему. Это плохо. Это плохо, потому что это плохо. Так, окей. А, собственно, боссик будет на 15 уровне, я так думаю. Нам надо к нему прям подготовиться кардинально. Нам надо у Биовульфа прокачиваться. Или свою атаку. Вот вопрос. Биовульф, по-моему, тоже бьет. А мастер Пай Мэй, он прокачивает нашу атаку. Давайте посмотрим, что у Биовульфа. Мы прокачали, допустим. Все еще 37 килограмм. Надо к мастеру идти. Теперь будем ходить к мастеру. Потому что нужно ходить к мастеру. Сейчас опять, как всегда, перед боссиком застрянем. Не сможем его пройти с первого раза. Как всегда. Так, еще один окорок. Еще один окорок. Я хочу X13. Сейчас прокачаемся у мастера Паймея. А, кстати, у него, может, уже доступны апгрейды. 25 уровень. Это плохо. Сейчас, смотрите, поднимем себе. 27 уровень. Так, и сколько его усиления стоит? Мне интересно. Тысяча. Господи, тысяча для меня сейчас это вообще не проблема. 55, господи. Вот, все, сейчас прокачаю его перк. И изи просто пойду. Пойду уничтожать. Так, бьем, 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 бьем. Нам нужно 1000 яиц. 1000 с чем-то. Собственно, уже есть. Потом я разгоняюсь и на изи просто боссика одолеваю. Бамс. Вау, что это? Блин, 10 минут это будет. Так, быстро бьем, 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 давай, 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 наваливай. X11. Это будет 10 минут идти, серьезно? Это как-то много. Так, все, надо X12, надо подбирать окорока. Чем больше игроков, тем... Нет, блин, я не могу одолеть этого боссика. Это очень жалко. Так, я еще что-то выполнил. Окей, у меня появились способности. Вау, 200. Сколько стоит сундучок? Мне интересно. Так. 600. 250. Эй. У меня же хватает. Все, купил. Окей. Какой сел open? Вау, перчатка. Золотая перчатка Танос. Вот, говорит, что мне нужно. О, давай, 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 давай. Ууу, я не верю, господи. Рарный. Рарный выпал. О, да, это просто за всю боль. Использовать. Сколько он будет сейчас наносить дамага? Столько же? Допустим, а что он тогда делает? И сколько его можно продать, мне интересно. По-моему, он бьет быстрее все-таки. Так, а давайте сделаем вот... Вот так. Нет, использовать. Идем вот так. Продать 187. Он, кстати, почти окупил. Только непонятно, что он делает. Наверное, он очень крутой.
потому что он красный. На красный был шанс вообще какие-то проценты там. То, что я, пожалуй, его сохраню. Мне это... А, можно нож продать, кстати, но на 250 алмазиков мне все равно не хватит. Увы. Так что пока нету смысла. Просто смотрите, какой дамаг. 3300 у меня... 4000 уже единиц, господи. Я уже просто не замечаю, как их фармлю. Так, смотрите, что мы делаем. Бам-бам-бам-бам-бам. 700. Апгрейды на 50 уровне, офигеть. 69. Можно попробовать босса, к слову. Сейчас будет окорок где-нибудь поблизости и пробуем босса. Все, давайте. Вперед! Нет, все равно не могу, блин. Это плохо. Очень сложный боссик. Очень сложный боссик. Или, возможно, я просто не то качаю. Что-то Тарзан делает. Тики. Мне надо тогда Биовульфа что-нибудь качать. Надо у Биовульфа накачать. Прокачиваться у Биовульфа надо, короче. Так, я сделал танк Биовульф. Давай, 1000. И апгрейд у тебя на 5 уровне. Поднимает атаку Биовульфа на 100%. Вот это мне, наверное, надо. Понадобится очень сильно. Так, окей. Все подбираем, все делаем, все на изи. Все рубим. Большим своим новым своим большим мечом. Окей. Мне бы еще не помешало, кстати говоря, какой-нибудь квест. И чтобы этот квест на изи пройти. Так. Че по квестам? 25 раз в секунду атаковать. Как это? Что это, x13 скорость? Надо сейчас на скорость подбирать окорока. Что можно сказать, как еще я могу атаковать так сильно? У меня нету идей. Так, вот так вот. Биовульф, сколько там у него стоило, я не помню, если честно. Так, а, я еще не знаю, потому что я еще не прокачался. Так, а как я 25? Ага, 10 тысяч раз и побей 25 уровень, окей. Давай, Биовульф, мы у тебя прокачиваемся. О, у него только на 10 будет, это жалко. Что тогда можно сделать? Даже не знаю, вау. Не, ну однако, стал бить быстрее намного. Хоть это радует. Где яйцо большое? Должно быть большое яйцо. Сейчас мы завершим тогда квесты. Еще один сундучок откроем. Я надеюсь, хороший дроп вылетит. И будет тогда изи. Тогда на изи все сделаем. Так. Пошла мясорубка, просто идет. Идет. Перк прикольно, но их тут очень много, посмотрите, я на каком 14 уровне, там 68 люди есть. Наверное, первый уровень вообще какой-то миллионный уровень. Его не догнать там. Так. Рубим. У нас уже почти 5000, ну где реальное яйцо должно же быть? Вот. Нечестно. 69. Тарзана я не знаю, надо ли прокачивать, вроде как Тарзан мне не нравится. Биовульф и Паймей, они будут посильнее. Где? Алло, 10 тысяч раз. Я жду. Так. Бамс. Апгрейд. 50 уровень. Кстати, не так уж и долго-то осталось. 10 тысяч яиц набрать для меня сейчас не проблема. На самом деле. Можно просто уйти, Биовульф будет справляться сам. Что делать дальше? Вот в чем вопрос.
Мне бы не помешала золотая перчатка, там, наверное, скорость атаки бешеная просто. Буду атаковать и все. Так, ну ладно, ребят, давайте тогда на этом закончим. Была немножко такая серия, я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.